Мастер-класс Андрея Звягинцева напоминал пресс-конференцию «Вопрос-ответ». И таких вопросов за час общения с известным режиссером было не менее 20. Аудиторию в большей степени интересовало не как Звягинцев оценивает фильмы в качестве председателя жюри «Кинотавра», а исключительно его работу над фильмами, которые достойно представлены во всем мире. Сказать, что просто человек приходит из ниоткуда и делает кино, на самом деле это не так, неправда. Вот тогда я просто забыл о своих настоящих учителях, их у меня было очень много. Вот. Что касается технологии, технология действительно проста. Надо просто обладать мужеством, смелостью. И если ты знаешь, что ты хочешь сказать, если ты видишь этот фильм в голове, тебе нужно просто однажды взять и сделать шаг, и все. У Звягинцева 3 готовых сюжета и 2 идеи, которые он собирается реализовать в ближайшее время. Звягинцев вообще очень особенный человек, и его манера подачи фильмов, она какая-то своя, и у него возникает эта природа внутри кадра, когда ты повисаешь и глазами какими-то другими смотришь на этот мир. Он искренен, его фильмы очень правдивы и очень близки, мне кажется, нашему зрителю. Да, в этих фильмах, возможно, есть какой-то такой пессимистический настрой, и иногда автор как бы не дает пути решения этих проблем. И мне кажется, это даже очень полезно, чтобы зритель сам задумался. А здесь, в Сочи, режиссер собирается презентовать свою книгу, в которой рассказывается об истории создания фильма «Елена». Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.